Все выложились на 100%, да. В какой-то мере, может быть, поле не позволяло обеим командам сыграть в ту игру, которую они хотели. Но мы пытаемся играть в свою игру, да, что мы на тренировках наигрываем, да, пытаемся мяч внизу держать, пытаемся играть в футбол. Вот это понравилось в нашей команде. Не забили. Но вы знаете, бывают такие матчи, когда вот чуть-чуть где-то фортуны не хватает, немножечко везения. Но я считаю, что мы отыграли на очень приличном уровне. Про Волгодонск, что можно сказать, команда очень физически крепкая. Ребята все рослые, играют верховые мячи, выигрывают, функционально готовы хорошо. Я думаю, что здесь, на этом поле, да, всем соперникам в области будет очень-очень непросто. Я говорю, что этот матч самое главное не проиграть. Играли сегодня с очень хорошей, наверное, с одной из самых сильных команд. Я им говорил, что мы играем с профессиональной командой, не с любительской командой, играем именно с профессиональной командой. Здесь, поэтому очень тяжелая была игра. Ну, по игре сказать, такая, да, борьба была вязкая, очень много было борьбы. Ну, а моментов, нам чуть-чуть не повезло, тоже был один голевой момент. Также и у вас был голевой момент, который вы тоже могли реализовать. Ну, 0-0, ничья закономерная, я думаю, результат сегодня. Мы очень туда хотим, на этот пьедестал, но всегда нам чего-то не хватает. Еще 10 игр, я думаю, мы наверстаем. Вся команда, и футболисты, и президент, и все хотят туда залезть. Повыше. Поэтому задача у нас стоит в пятерке, но нас это не устраивает. Хотя мы еще ни разу не были, по-моему, на пятом месте. Вот, но постараемся как можно выше порадовать своих болельщиков.